И мы продолжаем. На аэродроме Мочище продолжают готовиться к авиашоу «Крылатая победа». В воскресенье в небо поднимутся не только новейшие образцы авиатехники, пилотажная группа «Соколы России», но и самолеты времен Великой Отечественной войны. Техники доводят до ума транспортник Як-12 и самый массовый многоцелевой самолет По-2. Правда, этот экземпляр — лишь точная его копия. Авиалюбители нашли чертежи 1937 года и по ним, соблюдая все технологии довоенных лет, построили аэроплан. 26 июля эта машина тоже покажет, на что способна в небе. Организаторы шоу с особым трепетом относятся к участию в показательных выступлениях исторической техники, да ведь и сам авиапраздник посвящен победе в Великой Отечественной войне. Кто не помнит свою историю, да, наверное, те плохо заканчивают. А это нам надо знать, тем более у нас такая страна. Вы знаете, что на нас очень многие пытаются протянуть руки к нам. Вот, и поэтому то, что историю мы восстанавливаем, и эта история Великой Отечественной войны, которую все знают, была у нас, да, думаю, это очень хорошо для молодежи.